А давайте с вами приготовим самсу с мясом. В чашу просеиваем муку, добавляем 2 щепотки соли и 10 граммов сухих дрожжей. Все это хорошенько перемешиваем, вбиваем одно яйцо и вливаем 1 стакан теплой воды. Затем добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Все перемешиваем и замешиваем вот такое тесто. Отправляем его в теплое место, чтобы оно у нас увеличилось в объеме. Тесто достаточно быстро поднимается. Перемешиваем его. Начинка будет мясная говядина с луком и рубленным чесноком. Тесто у нас получилось мягкое. От теста отщипываем небольшие кружочки, раскатываем их в пласт. Посередине кладем начинку и защипываем так, как показано на видео. У нас должны получиться треугольнички. Их получается немного, по-моему, 8 получилось всего. Я их сверху промажу яичным желтком и посыплю кунжутом. Выпекала я при 180 градусах 45 минут. Если вы хотите, чтобы ваша самса была более сочной, можно добавить еще больше лука. Ну а мне бы хотелось, чтобы вы поддержали меня лайком и по желанию комментарием. Всем пока!